Следующая композиция прозвучит на русском языке и называется она «Ах, мамочка». Все знают эту песню? Ну вот мы ее совсем сделали другой, вы ее наверняка не узнаете, поэтому предлагаю продолжать с нами танцевать. Вы, наверное, уже все наелись, напились вкусного травяного чая, поэтому можно уже разогреваться и продолжать с нами танцевать. Поехали! «Ах, мамочка». Следующая песня будет у нас Мишарская. Мишарская, вы знаете, наверное, все песни татарскую народную. «Бас кызым эпипе». Все знают, да? Конечно, все знают. Даже не татары, наверное, ее знают, потому что это очень популярная татарская песня. Но у нас она немножко другая. У нас мишарский вариант. Также эта песня записана в экспедиции. В Пензенской области. Оказывается, мишари поют ее по-другому. А как же, вы сейчас узнаете.